Здравствуй. Если ты решил посмотреть это видео и послушать музыку, то ты, видимо, хандришь, грустишь или у тебя депрессия. Сейчас наш мир требует от нас слишком многого. Быть всегда в тонусе, в действии, на позитиве. А где все время брать эти силы? Они не бесконечны. И это нормально. Уставать и грустить. Потому что мы не роботы, которые могут зарядиться, воткнув вилку в розетку. Это нормально хотеть уйти от всего мира и поплакать, и даже пожалеть себя. И если рассмотреть состояние депрессии с другой стороны, то это может быть и не состояние депрессии, а желание быть слабой, сбросить с себя все доспехи. Тебе надоело быть всегда сильной, сильным, всю мочь и всех спасать, улыбаясь окружающим тебя людям. В данный момент твой организм решил взять отпуск. Поэтому я разрешаю тебе взять отпуск от сумасшедшего мира и просто побыть с собой, погрустить, поплакать, укутавшись в одеяло, и пусть весь мир подождет. Отдыхай. Thank you.
Thank you.
Thank you.